помощи и 111 было для... Вот это всемирно узнал Патрио. Да, мы тоже, у нас тоже они колтейкеры. Დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტროში 112 დეპარტამენტში სტუმრად ყავდა დელეგაცია მოლდავეთის რესპუბლიკიდან. ჩვენ მათ გავაცანეთ ჩვენი სამუშაო სპეციფიკა, ასევე გავუზიარეთ ის გამოცდილება, რომელიც ჩვენ დაგროვებული გვაქვს ამ წლების მანძილზე. ისინი 112-ის განვითარების ეტაპზე არიან და სწორედ ჩვენი გამოცდილება მათთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. ასევე ჩვენ მათ გავაცანეთ თუ როგორ ვაკეთებ დისპეჩერიზაციას და როგორ ხდება ზარების მიღება და შემდეგ მის ინფორმაციის დამუშავება და მიწოდება შესაბამის სამსახურებისთვის. ასევე ჩვენ მათ დავთვალიერებით ის ახალი ცენტრი, რომელიც 112-მა გახსნა წელს. ეს ვიზიტი ძალიან მნიშვნელოვანია როგორც ჩვენი მხარესთვის, ასევე მათი მხარესთვის, რადგან ორი ურთიერთთანამშრომლობას მოაქვს სწორედ ის წარმატება, რომელთაც ჩვენ შეგვიძლია ვიამაყოთ. То, что мы увидели сегодня, конечно, очень сильно впечатляет. Это тот идеал, к которому мы стремимся. Очень важно, что централизованы все вызовы в одном едином месте. Диспетчера очень хорошо подготовлены, есть информационная система. Это позволяет очень быстро передавать информацию, которая идет из территории, оттуда, где есть проблема, этим экипажам, причем всем трем срочным службам. Это и медицина, и полиция, и пожарники. Это, конечно, очень сокращает время, за которое экипажи приезжают на место события и позволяет им очень быстро оказать помощь и решить все вопросы. Мы очень благодарны грузинской стороне за вот этот опыт, которым они сегодня с нами поделились. Это далеко не первый опыт, который Республика Молдова перенимает от грузинской стороны. И мы более чем уверены, что в дальнейшем наши отношения будут ближе и ближе. И у нас получится внедрить много новых хороших вещей для того, чтобы людям в целом жилось лучше. Благодарим вас. Цель нашего визита заключается в том, чтобы увидеть, как обустроена служба 112 в Грузии. Поскольку мы в Молдове только начинаем внедрять этот единый номер экстренных вызовов, для нас очень грузинский опыт очень является отличным примером. Мы долго осматривали лучшие модели в Европе, и грузинская модель одна из лучших, поэтому мы приняли решение сделать этот визит. Сегодня мы имели возможность увидеть оба центра в Тбилиси и Руставе. Из того, что мы видели, оба центра оснащены по последним технологиям, последним словам техники, то, что дает впечатление, что служба 112 в Грузии устроена на высшем уровне, это является приоритетом грузинского государства. И я надеюсь, что жители Грузии довольны сервисом, который предоставляют наши грузинские коллеги. Я уверен, что опыт наших грузинских коллег будет нам нужен в скором будущем, потому что до конца этого года мы намерены запустить в тестовом режиме экстренный номер 112 в Молдове. И я также уверен, что сегодняшний визит это дает начало новых взаимоотношений между нашими службами. И я с уверенностью могу сказать, что у нас есть чему учиться у наших грузинских коллег. Я с нетерпением жду наших коллег в Молдове, когда мы запустим этот наш центр.
И уверен, что на будущее у нас будет хорошее сотрудничество.